Пневматическая система принудительной блокировки от компании HardBlock имеет уникальную запатентованную конструкцию, позволяющую вам механически произвести полное блокирование дифференциала моста в любой момент времени. Данная система блокировки выдерживает нагрузки, превосходящие предел прочности большинства полуосей, приводов и главных пар. Рассмотрим дифференциал более детально. Конструкция пневматической системы блокировки включает в себя следующие элементы. Корпус дифференциала. Ось сателлитов. Сателлиты. Полуосевые шестерни. Упорные шайбы. Блокировочную муфту. Блокировочные элементы. Вилку. А также крепежные элементы. Разберем принцип работы системы блокировки дифференциала. Рассмотрим ситуацию, когда одно из колес теряет сцепление с дорогой. В этом случае весь крутящий момент при использовании данного дифференциала в разблокированном состоянии переходит на буксующее колесо. Автомобиль теряет возможность передвижения. При включении системы блокировки крутящий момент от двигателя распределяется на оба колеса, что позволяет автомобилю преодолеть сложный участок дороги. Рассмотрим работу системы блокировки в разрезе. В момент потери автомобилем сцепления с дорогой ось буксующего колеса свободно вращается благодаря сателлитной группе дифференциала. В разблокированном состоянии муфта дает возможность блокировочным элементам сферической формы свободно перемещаться внутри отверстий. Колесо автомобиля в данный момент находится в пробуксовке. При включении блокировки муфта зажимает блокировочные элементы в специальных углублениях на поверхности полуосевой шестерни, вследствие чего ось неподвижного колеса начинает вращаться со всеми элементами блокировочного механизма. Крутящий момент, идущий от двигателя, равномерно распределяется на оба колеса. Автомобиль успешно преодолевает препятствия. Выбирая систему блокировки от компании HardBlock, вы получаете эффективное, надежное решение беспрепятственного прохождения в любых сложившихся дорожных условиях.